Делегация группы дружбы «Франция-Беларусь» в нашу страну приехала с многодневным визитом. В программе посещение предприятий, к примеру, «Данон-Пружаны» и знаковых мест в графике и встречи с представителями власти. Накануне гостей принимали руководители региона и города над Бугом. Председатель областного совета депутатов Юрий Наркевич выразил уверенность, встреча должна оказать позитивное влияние на торгово-экономические отношения. Интерес может представлять машиностроение, сельское и лесное хозяйство, IT-сфера, а также туризм. Последнему было уделено особое внимание. Что неудивительно, поток туристов растет в обоих направлениях. В минувшем году туристический поток из Франции увеличился более чем на 40%. В свою очередь, более чем в два раза увеличился поток брестчан во Францию с туристической целью. Полагаю, вы уже смогли убедиться, что яркие особенности нашей страны рядом с богатым естественно-ресурсным и историко-архитектурным потенциалом создают все предпосылки для развития туризма. Кристоф Лежен, председатель группы дружбы, отметил, что находится под большим впечатлением от белорусской IT-сферы и посещения парка высоких технологий, а также подчеркнул, что видит перспективы сотрудничества по многим направлениям. По его мнению, наладить более тесные экономические связи может помочь двусторонний форум. Он пройдет в Минске уже этой осенью. Это не первый мой визит в Беларусь, а мы также тесно сотрудничаем с вашими дипломатами. Хочу отметить, наши отношения в экономической, культурной, социальной, образовательной областях постоянно прогрессируют. Прямое тому доказательство – организация экономического форума. Уверен, что там будет много возможностей для знакомства, налаживания связей с потенциальными партнерами и заключения контрактов. Это серьезный и большой шаг для наших отношений. К слову, Брещина имеет давнее партнерство с французскими городами-побратимами областного центра, и работа по укреплению дружбы продолжается. Реально у нас два побратима во Франции. Это французский город Брест и, как мы уже говорили, Порт-Сюрсон. И мне приятно слышать, что именно этот регион вы представляете в национальном собрании. У нас великолепные отношения именно с Порт-Сюрсоном. И тот фольклорный фестиваль, который проводится ежегодно, позволяет ежегодно делегации города Бреста в лице культработников, других творческих людей делегировать туда со своей программой. Активно сейчас наращиваются отношения с французским Брестом. Сегодня делегаты приняли участие в мероприятии на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Ее генеральный директор Валерий Лабун ознакомил гостей с историей и сегодняшним днем организации, а также выразил заинтересованность в налаживании контактов с подобными палатами во Франции. Я хочу выразить уверенность, что наше сегодняшнее знакомство позволит открыть очередную страницу в развитии не только дружеских связей, но и торгово-экономических отношений Беларусь-Франция. Также в числе участников встречи представители свободной экономической зоны Брест, субъектов агропромышленного комплекса и исполнительного комитета. Диалог получился живым и предметным. Есть вероятность, что уже к грядущему Минскому форуму стороны придут с новыми взаимовыгодными проектами. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.